В Госкомитете нацбезопасности проведено офицерское собрание по вопросам укрепления служебно-воинской дисциплины среди личного состава ГКНБ. В заседании приняли участие руководство, начальники всех управлений центрального аппарата и территориальных подразделений Госкомитета. В ходе заседания обсуждены вопросы повышения и укрепления морально-психологического климата служебно-воинской и исполнительской дисциплины в подразделениях ГКНБ. Также была отмечена необходимость активизации работы по противодействию международному терроризму и религиозному экстремизму, коррупции, транснациональной организованной преступности, наркотрафику и контрабанды.